Армения признает крымский референдум. Этой темы коснулись в телефонном разговоре президент России Владимир Путин и Армении Серж Саргсян. Вот цитата с сайта президента Армении об этих телефонных переговорах. Собеседники констатировали, что это является очередным примером реализации прав народов на самоопределение путем свободного волеизъявления. Одновременно была подчеркнута важность приверженности нормам и принципам международного права, в первую очередь Уставу ООН.